Всем привет, ребята! Сегодня я вам покажу свой двор. И это будет классно. Вот такая вот квартирка. Вот такая вот. Вот квартирка, на которой можно кататься. Вот, вот так садишься и вот так вот. Пойдем, кстати, я вам ее покажу. Это что, BMW у тебя? Да. Чего не катается? Вот песочница. Там очень такая штука. Смотрите, что рассветил луны. Это такая пасха. Пойдемте посмотрим, я не так посмотрим. Вот они. Точно такие пути, но только без газа. Так это же глазик, наверное, да? Да. И она качается очень нормально. И у нее такие, чтобы она смогла... Чтобы не стучала, да, наверное? Да, чтобы она не стучала. Чтобы мягко было, копия. Да. Теперь пойдем на горку. Я вам покажу, как нужно делать и все это делать. Вот это испытание по мосту, а вот это вот... Я вам все покажу. Так, вылезаем сюда. Надо было бы на другое, если все будет очень сложно. И не помещаться. Так, ну что, пойдем все делать. Вот это вот мостик радужный. И тут уже мостик. И тут должна быть сетка, но ее не поставили. Все, теперь пойдем скатываться. Я на вот этой горке хочу. Я тогда обойду. Застряну в горке. Ну вот, теперь я вам покажу фонтан. Вон он такой. Где он дети купаются иногда? Летом? Да. У нас сейчас осень. И пишите в комментариях, какая у вас погода и времена года. Это очень хорошо. Я хочу, чтобы она наступила скорее. Хочешь зиму быстрее? Да. Почему? Потому что я тебе снежок хочу кинуть прям в живот. В живот? Да. А если больно будет? Ну что? А вот еще вот такие вот столы. Пойдем теперь на тренажеры. Давайте сначала полетим на брусья. Да. Давайте полезем, а потом уже по колечко. Нет, лучше не надо. Там получили, вдруг я не ее прямо. Ничего себе, молодец. Получилось, но это очень трудно. Теперь мы будем не только
только это нитеньки носить. А еще и по вот этой. По веревочной, да? Нет, да это не веревочная, а качающая. Какая? Качающая. Качающаяся? Да. Можно на ней кататься. Ну я не знал, как называется, теперь знаю. Теперь пойдем на кружинку. Вот так кружинки прыгают. Пружинка, да? Паутина, что ли? Что? А что тут паутина делает? А пальчиком убери ее. А паучок, паучок новую свяжет. Я ее ногой брала. Ну или ногой. Я тут пролезла. Пролезла. Говорила, пожарные гады. Не пожарная бригада, а пожарные гады. Да. Сейчас я буду как пожарные бригады делать это. Молодец. Теперь нужно подойти за сумком и дальше. Опа, дядя! Ну вот и как высоко. Сейчас я пойду на вот эти вот брусья. Только они другие немножко. Тут вот такие, а там маленькие. Тут паутина, а эти паутинки. А вы знаете, что у нас то ежики живут в нашем дворе, то змеи, то крысы, то эти, кто там еще есть? Собаки, кошки. Да, собаки, кошки, это вот еще, наверное, уже собака какая-то. Зоопарк у нас. Да, зоопарк. Улитки живут у нас много. Да, у нас. Ящерицы, змеи. Нет, только это в Крымске ящерица была. Здесь змеи, да, у нас? Да. А здесь змеи похожи на свиньи. На кого похожи? То есть, я перепутала. Змеи похожи на... Или как? Змеи похожи на ящерицу. Давай еще один раз включаемся, чтобы понять, какая у меня скорость. Вау! Я-то могу стоять там сидеть. Давайте я все сидеть. Я хочу остановиться. Давай вот здесь. Опа. Попаки. Ну что, все показала? Нет, я еще не показала. Вот такие вот кустики все. И, по-моему, не показала магазин. Так, и вот такие кустики, потому что была крыса, потом она перешла туда. Я не знаю, она с отсюда, наверное, бегала туда, а она наоборот бегала. С отсюда туда, с отсюда туда. А она там сидит, странно очень. На лавочке сидела, да, наверное? Да. А вот такая лампочка. Готовим там пирог. И с моими подругами. Мы сейчас подберем Соника и покажу тебе это, и покажу вам, какие у меня розы и кустики. Ну покажи. И вниз. Может, туда пойдем? Вниз. Там съедем. Сначала розы.
покажу. Пойдем. Я вам покажу. Помогу. Это что было такое? Чуть не завалилось. Вот, вот такие вот розы, пойдем туда лучше. И пойдем обратно пойти туда. Ого! Смотрите, ребята, какое. Это, ребята, это просто жесть. Это что такое? Дорогу всем пригородит. С шипами какими, шипами, да? Да, вот они еще маленькие. Их можно... Это шлагбаум, наверное. Нет, это не шлагбаум для самоката. Пойдем дальше. Смотрите, ребята, это похоже... Вот какой-то замок рос. Смотрите, какое-то все огромное. Вот это типа охота. И вот еще все, а это все. И мы начинаем собрать такие. Пойдемте туда. Ой, мы муравья чуть не придавило. И еще одного чуть не придавило. Мы идем вот, и вот такие вот розочки, вот. Ну, она такая же, только вот засохла. Ну, это тоже было. Это что было? Я чуть не укололась в лоб. Еще один шлагбаум. Да. Все, конец. Мы уже пойдем наверх. Ну, прощайся тогда. Ну, ладно. Пока, ребята. Я вам еще что-нибудь покажу. Напишите в комментариях, какая у вас площадка и у вас какая игрушка с собой. И вы одели крылья или нет. Пока, ребята.